В городе стало на 15 общественных организаций больше. Сегодня представители некоммерческого сектора города Карабелов подвели итоги работы за 2014 год. На сегодняшний день в Северодвинске действуют 223 НКО. Главное отличие этого года работы НКО от прошлого – это реализация региональных проектов на территории нашего города. Так, областная общественная организация «Легкое дыхание» привлеченные средства направила на борьбу с туберкулезом у северодвинцев. Это информационная пропаганда и реальная врачебная помощь. Всего в городе общественники провели 85 мероприятий. Сегодня подвели итоги, наградили лидеров НКО, а также средства массовой информации, в том числе и нашу телекомпанию. Я бы сказала, хваткий, ёмкий и такой оперативный ум. Марина, мы тебя все благодарим, дарим тебе цветы Марины Цветаевой. Совсем другой формат формируется, и сейчас он приобретает краски, что лидер общественной организации – это успешный, креативный, активный, адекватный человек, который видит проблему, но он знает, как ее решить, и в этом готов посоветовать и помочь властям. То есть партнерство выходит на первый уровень. Благодаря работе НКО в город привлечено порядка 1 миллиона областных рублей. Эти средства направили на реализацию проектов. Вложился и городской бюджет. На эти же цели направил около 2 миллионов рублей. Важным достижением отметили ремонт помещений, где базируются общественники, в здании на Карла Маркса 37. На сегодняшний день деятельность северодвинских НКО лучшая в области по качеству и по количеству. 223 организации – это больше, чем в других городах области.